Здравствуйте. Давненько не брал я в руки геймпада. И в Serious M2 тоже давно не играл, но посмотрим. Этот уровень не такой сложный. Хотя последний бой может доставить неудобства. Зато он вот такой. Да, это наверное, самый запоминающийся уровень в Serious M2. Ну, или один из самых запоминающихся. Ну да ладно, на нас уже нападают. Хорошо, что это не обитатели этого мира великанов, как говорит описание. А всего лишь регулярные балбесы, которые регулярно от нас огребают. И этот раз будет не исключением. Наверное. Главное следить за ракетчиками, а то они могут насолить. Так, тут должен быть один или двое красных чуваков еще. И мы сможем двинуться дальше. Угу. Ой-ой. Да. Сейчас будут ведьмочки. Печики. Возмоган как решение всех проблем. Удобно, что заряды плазмогана обладают такой некой самонаводкой. Кстати, носорог здесь тоже пытается напасть. То есть они могут наводиться на цель в небольшом радиусе и облегчает сражение с летающими врагами, типа этих ведьм. И так далее. То есть можно пустить вот в их область появления примерно, если вы знаете, что они там появятся, и нанести им достаточно много урона заранее. Берем все это здоровье, потому что оно нам понадобится. Вот видите, да? К тому же здесь нужно ведьм отстреливать как можно скорее, иначе они тут будут летать по этому бревну туда-сюда и очень жестко могут подпортить жизнь. Так что мы им этого не позволим сделать, я надеюсь. Ну давай. Так, следующей волной должны быть вот красные мужики, собаки и другие ведьмы, которые с котелками. И также кое-кто крупный. Так. Удерживаем эту толпу. Стараемся не попадаться. Уже запас здоровья нам понадобится. Ну, а собственно, вот и наш биг бой.
Он требует много внимания к себе, но не так опасен на самом деле. Ну, отлично. Далее нам нужно идти вот сюда. Тут появятся паучки механические. Но тем не менее также живущие в паутине. Просто плазмоганы, гранаты в толпу, и это будет прекрасно. Также их мама должна скоро подойти. Давайте ее встретим, как полагается. Она стреляет, предугадывая ваше движение, так что надо это учитывать. Так, ну и дальше пройдем сюда, чтобы найти способ, как взорвать этот гигантский динамит. И здесь мы найдем то, что почему-то считается секретом, и... В общем, это вот это. Да. И мухи. Если выстрелить по мухам, во-первых, появится вот это чудо. А во-вторых, убив мух, мы получаем броню. Достаточно вертлявые, и на геймпаде у них целится немножко сложно. Особенно когда недели две или даже три геймпада в руках не держал. Ну да ладно. Сейчас удостоверимся, что да, секрет на месте, все хорошо. Берем вот этот факел. И швырнем прямо вот этот динамит. Да, мы его подожгли. Там уже нас ждут. Эти вот шарики. И носорог, по-моему. Да, вон он. Так, вот это вот место довольно отвратительное. Здесь, кстати, вот черви неубиваемые, которые явно нездоровой фигней плюются. И также в этих тесных коридорах придется драться с этими шарами и солдатами. Ой. Солдаты иногда любят сзади появляться в какой-то момент. Ну, в общем, малоприятная секция. Нет никого вроде. Это полезный был червяк. Ага. Они сзади начали появляться. Не то чтобы здесь есть много о чем поговорить. Можно поговорить о музыке. Она такая забавная, по-хорошему идиотская.
Да, мне нравится, она веселая. Господи. Я забываю здесь про эти шары. Это была удачная граната. Так, оставшихся отстреляем аккуратненько. Как я помню, здесь должны нас встречать прекрасных чувака. Так, есть. Аккуратненько их вынесем. Здоровья у нас не так много. Впереди финальный бой этого уровня. Немножко мерзковат, потому что здесь будет нереальное количество ведьм. Но с другой стороны, Хэллоуин же скоро, почему бы и нет? Почему бы немного ведьм? Берем тут все вкусняшки. Ты не забрал броню, кажется. Да. Итак, с помощью серьезного урона мы будем выносить как можно больше ведьм и носорогов. Это просто безумие. Правда, очень много здесь. И они еще появятся. А учитывая, что их атака может ранить даже при непрямом попадании, вот такое облако ведьм над вами, это больно. Пожалуй, возьму все-таки сердце, которое здесь лежит. Потому что я хочу от них ото всех скрыться. До того, как... Да, я хотел это сделать до того, как закончится супер ущерб, ну да ладно. Для начала мы еще нужно активировать этот секрет с пианино. При нажатии на клавиши. Так, все нормально? Да. При нажатии на клавиши он активирует разные штуки. Как бы вот здесь, да. Вот здесь мы пока что и схоронимся. Да умри уже. Брейкданс ведьма. Здесь относительно безопасно. Да-да, я знаю. Эксплуатирую бедноватый искусственный интеллект, я в курсе. Так, еще появились ведьмы. Они нас пока не видят. А нет, уже видят. Что такое? Граната в таких случаях помогает. Ой, не то оружие. А, уже паучишка появился большой. Я подозреваю, что серьезный урон был изначально для него оставлен. Но, видимо, куда страшнее. Учитывая, что паучка можно вот так вот легко обхитрить. Интересно, кого он стреляет.
Также там прибежит в какой-то момент много маленьких паучков. Ладно, видимо, меня начинают доставать. Я хотел паука убить как можно раньше, чтобы он не понял, где мы, и не добрался до нас сюда. Иначе бой будет более нервозным, скажем так. А он уже здесь. О, кажется, остались только мелкие паучки. Ну да, бояться больше нечего. Он разве не умер? Да, ну. Ну теперь он точно умер. Точно видел, как выстрелил у него, и большое зеленое облако было из их крови, скажем так. Да ладно, может мне показалось. Может там взорвалось много маленьких паучков. Так, давайте прервем его, а то он до 291 будет очень долго считать. Да, вот такой вот уровень. Он веселый достаточно, он неожиданный, особенно когда в первый раз играешь, ты видишь что-то, думаешь, да ладно, ты серьезно? Но, тем не менее, он достаточно веселый, в меру сложный. Последний вот этот бой, удачи на этой сложности с геймпадом, отыгрывать его в открытую, а не как я сейчас сделал, потому что все мои попытки... проделать это именно с этой контрольной точки прошли нормально, но вот когда играешь уровень одним сегментом без загрузок, начинаются проблемы. Ну да ладно, я ни о чем не жалею. В общем, да, как я, по-моему, сказал уже, скоро Хэллоуин, этот ролик должен выйти 30 числа, а 31 октября я хочу выпустить на канал нечто новенькое, нечто жуткое. Это будет игра, которую мы тоже будем проходить. Ну, в общем, увидимся. Спасибо за просмотр и всего доброго.